Здравствуйте, дорогие зрители. Меня зовут Иван Кербис. Время у нас сейчас на дворе 1 октября. Сегодня у нас последний выезд на закрытие сезона. Вот вы видите сазан, щука. Ну, это уже, скажем, остатки. Мы уже всю рыбу оприходовали, в плане разделали на филе. На зиму мы уже заготовочку себе обеспечили. Так что зимой мы будем кушать сазана и щуку. Вот. Немного удалось поснимать охоту позавчера. Несколько сазанов мне не удалось снять. По собственной глупости забыл включить запись камеры. Что хочется сказать. Вот мой товарищ охотник приобрел катер. На этом катере мы будем в следующем году активно, я так надеюсь, охотиться. Так что я думаю, будут материалы по сазану, потому что это первый претендент на роль добычи в Красноярском водохранилище. Меня зовут Андрей Беденко. Вот и заканчивается осенний сезон. Надолбили мы немного сазана со щукой. Ожидалось большего, конечно, крокодилы там на килограмм на 30, но максимум было на 8. Удалась рыбалка, охота. Расскажи про свою лодку. Катер Yamaha SR-17. Привезли с Японии, то есть он в России вообще не бегал. Ну, вот по КВХ мы вчера по волне поныряли на нем. Ну, молодец он. Он морской. Волну хорошо держит, боковую волну хорошо держит. Вместительный. Если в пятером разместиться с вещами, то здесь можно, в принципе, ходить. То есть не надо там перешагивать через что-то. Ходишь свободно. Поэтому вместительный. Всем понравилось, все очень довольны. Даже опытные эти рыбаки там все углы пообоссали. Вот не у катера, это образное выражение. Классный катер. Лайкайте, народ, лайкайте. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал.